Привет, ребята, с вами Димас. Я продолжаю играть в Crash Bandicoot Ancient Trilogy, первую переизданную ее часть, забеги на время, на реликты, желательно на платину. High Road, да, еле-еле я этот уровень, слава богу, я его прошел. Чудом просто каким-то взял эту платину. Но сейчас будет уровень Slippery Climb. В принципе, мне нравится эта тематика. Может быть, даже и не возникнет больших трудностей, хотя уровень сложный. Этого тоже не стоит отрицать. И проблемы могут возникнуть. Ну, будем пробовать. Там посмотрим, как оно встанет все. Я уже пару дней, наверное, не играл. Так. Ну, это чисто была проверка. Стоит ли возвращаться? Не стоит. Оно понятно. Ай-яй-яй-яй. Ну, тут надо в тайминг успеть. Ай! Блин. Стараешься где-то сократить. Блин, вот я не успел в тайминг почему-то. Блин, да какого хрена? Да, вот на скорость этот уровень, конечно, совсем по-другому играется, чем когда осторожно. Да. Да чтоб тебя, шипы вонючие. Хотя я все равно быстрее-то я не приду. Они же двигаются, в принципе. Вот тут я мог, мне кажется, успеть. Ай, блин, а вот тут надо быстро. Быстро вот оно как-то пока не получается. Не получается оно. Я должен успеть в этот тайминг. Но как? Не успеть-то. А, вот, есть, отлично. Да чтоб тебя! Черти драли всю ночь. Да ёлки-палки. Да. Хитрости, хитрости. Вот сейчас я опять почему-то не успел опять. В тот раз я успел. С чем это связано? Я не знаю. Игра почему-то запомнила, что мне нужна маска здесь. Да ёп. Да, это только начало всех бед. Да...
какого хрена? Тайминг жесткий ты. Я должен быть быстрее. Да куда ты? Бандикутина. На. Жесткий тайминг. Еле успел. О. Серьезно, так можно? Опа. Птица. Ух, я просто чувствовал, что я должен успеть. Да куда? Ну все, пипец. На, скользкий подъем. Не забываем, в какой уровень мы играем. Подъем действительно скользкий. Да еще дождь идет. Черт, я пытался успеть на верхнюю сразу. Но что-то не получилось. Сейчас я как-то очень замешкался где-то. Да, я думаю, на платину надо вот как раз идти быстрым путем. Там, возможно, где-то еще нельзя ошибаться. Мне кажется, для платины вообще будет. Ну, я сам вот уже все я. Тут я сам себе уже проигрываю. Даже здесь я. Окей. Что ты творишь? Так. А если бы я не успел? А я мог не успеть. Опа, маску дают. Дают зачем-то маску. Ай! А я дурак! Вот я дурак! Да. Не видать мне хорошего результата уже.
похоже. Так, ну давай, поднимай. И куда? Коу хрена. Понятно. Эх, чувствую, это будет долго. Да, это скользкий подъем. Не на одну серию. Да, конечно. Я опять не поспешил вперед. И пожалею об этом. Наверняка. А. Так, я немного ожидал. Давай. Быстрее. Да, тут ушла платформа, к сожалению. Не пришел я в тайминг назначен. Время вообще уходит. Беспощадно просто карает. Такое-то. Ладно, давайте просто посмотрим, что там впереди вообще ожидает. Понятно, что эта попытка, она будет наверняка пустая уже. Ух ты. Так, ну это понятно. Это оно понятно. Здесь все помню. Будет вторая маска, значит, да? Так, ну тут платформа, да, они идут побыстрее. Уф. Я думал, я сдохну сейчас. Какой-то краешек птицы меня спас. А в принципе, уровень-то короткий. Золото я взял. Окей. Даже наделав столько ошибок, я взял золото. Надо же. А я знаю, почему обычно, ну, как-то, ну, дольше проходит, потому что я заглядываю в эти в окошки в каждое и сбиваю ящики. А сейчас-то я не все ящики сбиваю, не везде заглядываю. Так, ну, за 13 минут взять золотой реликт в слайпере Климп. Это дорого стоит, но все-таки. Есть. Большой, конечно. Большой. Можно выжимать очень много. Я много надел ошибок. Надо только, чтобы у меня все идеально прям вышло. Эх, вот сейчас вот я уже опаздываю, потому что я не успел. Вот, надо успевать. Но там все идеально очень сложно делать. Совсем все идеально. Хотя мне кажется, если ты идешь в тайминг, то ты с каждой точкой будешь где-то успевать. Возможно, это не так. Эх, ладно, я лучше пережду. Я лучше пережду.
Кстати, им непонятно, на кой черт столько масок дается. Фух, там, кстати, можно так и в дырочку упасть. Вау. Это было просто на грани. Да ты черт, даже птица меня спасла каким-то макаром, но я все запорол. Я просто не верил, что я уже попаду на птицу и как-то уже приготовился переигрывать. Она, оказывается, как-то успел зацепиться за птицу даже. Крэш. Успел. О, идеально. Идеально. Хотя нет. Возможно, идеально было бы, если бы два верхних было. А так, ну, скажем, почти. Ай, блин, вот это вот, конечно, очень сложно. Сложно в том плане, что... Так. Так, ну тут я не успеваю никак просто. Ух ты. Ух ты. Поехали. Ну чё так поздно-то открылся? Дебил. Он поздно открылся. Непонятно, с чем связано. Он мне никак это не обосновал даже. Ну тут я не успел в идеальный момент прям. А тут я дебил. Согласен. Да, тут я, конечно. Ладно. Проще будет подождать чуть подольше. Так. Эх, платформа ушла. Ушло вместе с ней и время. Так, ну мне кажется, что на платину надо... Нельзя допускать, чтобы я не с первого раза забрался наверх. Да как, ну вот ты попал сюда, все, ты больше отсюда не выберешься, это мертвая зона. Не вторая часть Бандикута, где есть двойной прыжок. Ну, точнее, прыжок с подкатом. Тут такого, к сожалению, нету. Тут я опоздал по времени. Черт, а был идеальный почти проход. А тут я поспешил.
так сильно здесь уже ничего нельзя выиграть особо. Да, спешка ни к чему хорошему не приводит. Так, это максимум, что можно сделать здесь. Ну тут, может быть, каким-то чудом и можно успеть. Но я что-то по каким чудом не обделён. Прям в дырочку. Гениально. Гениально. Прям вот для крэша сделали. Эту дырочку. Надо, блин, так угодить. Я хотел просто как можно быстрее прийти. Да, вот Stormy Ascent. Штормовое восхождение. На время это будет вообще ад. Адовая жесть. Слайпри Климб — это цветочки по сравнению с тем уровнем, где препятствие на препятствии. Ай-яй-яй-яй. Да там просто пройти. Даже не на гем, просто пройти. А тут на время каждый раз. Я как-то опаздывать стал. Заболтался я тут. Надо сосредоточиться. Впереди остались нелегкие уровни. Я так полагаю. Вот лаборатория еще будет сложным уровнем, можно считать. Да еще какие-то светлячковые еще будут непростые, мне кажется. Хотя не знаю. Вроде еще кабановый уровень еще вроде есть, остался какой-то. Ух ты. Вперед! Точнее, наверх. Один хрен. Так, ну тут главное, я уже тут ошибся, да. Согласен. Тут я, да, тут я не успел как бы. Ух ты. Вот тут я, по-моему, в прошлый раз соскочил. Где-то. Эх. Ух. Это было чудным спасением. Сейчас вообще не хочется ни секунды терять. Какое-то крыло. Птица меня спасло. Странно. А зачем мне эта маска, с одной стороны? Ну, я дебил. А маска-то мне не нужна. Вот на маску зря я отвлекся. Не каждая... Не все то золото, что блестит. Все равно третьей маски не раздобыть, так на какой-то там мне вторая.
Максимум одна вот на конец. Эх. Блин, я хорошо шел. Я не знаю, сколько надо там для платины. Мне кажется, время было неплохое. Хотя, может, и плохое. Ай. Опять я в эту дырку свалился. Что ж такое-то? Что ж так не везет? Так, ну, время даже неплохое. Ну, я сам виноват. Что-то я слишком долго... Ай! Я дебил. Понятно, я дебил.
Так, ну где-то так же примерно по времени. Ну что ж такое, ну что ж так не везет-то мне? Что ж, я так куда-то проваливаюсь постоянно. Это уровень намного легче трудной дороги, что был. Потому что там реально дорога была трудная. Этот мост, чертов, будь он проклят. Там, кстати, еще... Ай-яй-яй-яй-яй. Стоит ли вообще за этими 5 секундами прыгать? Стоит ли оно вообще того? Вот я о чем. Может быть, то время и не стоит этих 5 секунд. Все-таки... Я там стою довольно-таки прилично по времени. Да нет, наверное, все-таки стоит. Какой-нибудь хотя бы, может, одной секундочки. Так, ну тут треха. Окай. Ну да, где-то опять так же. Уф, платформа все-таки опять ушла. Опять я не в тайминг, не в идеальный попал. Ну тут одной маски. Если я не потеряю, то вторая даже не нужна нахрен. Потому что там ничего такого сложного я не заметил. А где сэкономить? Ну я не знаю где. Вряд ли там где-то... Так, тут главное не потерять. Дурак, потерял. Поспешил. Опять я поспешил. Нет, тут не достанешь никак. Я хотел попробовать еще побыстрее участок пройти, но вряд ли. Эх, я не успел сейчас. Время ушло какое-то приличное. Надо сказать, время ушло. Мы даже сравним сейчас, сколько ушло. Ну, примерно 2 секунды где-то. Надо вот успеть в этот чертов тайминг. А, опять не успел, платформа ушла без меня.
Ну тут вообще, конечно. Подлинка, подлинка. Хотя я мог успеть на ту вот быстро, но это очень надо ловким быть. Я таким не наделен способностями. Ай! Ах ты говно, сраная рука. Она меня достала. Первый раз меня рука достает в этом уровне. Надо же. Да не, вряд ли. Надо очень быстро бежать. Я даже не знаю, с какой скорости. Блин. Рука, ты не права. Ну, где-то примерно. Как и всегда. Плюс-минус. Плюс-минус. Опять платформа ушла. Блин. От идеального времени я далек, однако. Не, ну тут уже бесполезно. За что-то бороться. Опять я упал на этом месте. Что-то я тороплюсь, не доезжаю. Тут же не... Эш, соскальзывает. Уф. Уф. А я что-то от этого выиграл? Тьфу, ты опять в дырку свалился в эту. Ужасная дырка. Вот если бы я сейчас успел на ту, да, был бы смысл говорить о чем-то. Но я не успел на ту. А здесь было довольно-таки непросто успеть. Тут тоже надо быть начеку всегда. Ну опять тут платформа ушла от меня. Так, вот с этой платформы я не доезжал. Лучше не будем искушать судьбу. Уф.
Так, поднимай. Так. Ну тут оно понятно. Так, еще одна птица. Так, ну... Секунду, грех просто не взять какой-то. Вот маску я точно сейчас брать не хочу. Блин, а я и не успел там куда-то. Уф. Три птицы. Два шестнадцать. Да, платина. Ура. Фух. Тогда было 2.40, что ли, да, у меня? Ни хрена себе, я сколько выжил. Ну, где-то за 42 минуты, можно сказать. Минут за 40. Следующий уровень будет как раз светлячковый. Причем оба. Там еще Jaws of Darkness, Castle Machinery, Lab... А, ну осталось не так уж и много, кстати. Два светлячков. Давайте сохранимся тогда. Так, я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Димас. Всем удачи. Увидимся в следующем уровне. Пока-пока.